Отделение реабилитации Нижневартовской окружной клинической больницы переехало в новое здание. Теперь оно находится на трех этажах корпуса Г строящегося медучреждения. Напомню, что блоки В и Г были введены в эксплуатацию еще в июне прошлого года. Тогда здесь открыли резервные палаты для больных ковидом. Важно, что новые корпуса не пересекаются со стройплощадкой. Лечебному процессу ничто не мешает. Добавлю, отделение полностью укомплектовано современным оборудованием. Палаты здесь рассчитаны на 3-4 человека. Для восстановления пациентов открыты просторы кабинеты физиотерапии и ЛФК. Медработники прошли инструктаж и полностью готовы к работе в новых условиях.